Нама Ом Вишну Падая Кришна Престая Бутале Шримате Бхакти Веданта Свамин Ити Намане Намасте Сарасвате Деви Гуравани Бачаране Нирвишеша Саньявади Пастя Чадесатаране Чай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасари Гаура Бхакти Веда Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе in one sense, I guess it was accidental that I happened to be here for this event. Certainly didn't plan it that way. Могу сказать, если выразить то, что произошло в одном предложении, то то, что я оказался здесь, это случайность. Я не планировал быть сегодня здесь. On the other hand, not a blade of grass moves without the will of the Lord. Но с другой стороны, даже травинка не может шелохнуться без воли Всевышнего Господа. So to say it was an accident is probably not accurate. Поэтому сказать, что это было совсем случайно, вероятно, не будет правильно. But for sure, I didn't know this event was taking place. Однако я могу вас заверить в том, что не знал о том, что эта программа здесь проходит. When I made my schedule to visit Moscow. Когда я составлял свое расписание на эту поездку в Москву. And I didn't know until I walked here that it was the fifth year anniversary. И когда я зашел сюда, то есть до того момента, когда я вошел сюда сегодня, я даже не знал, что сегодня пятая годовщина. When Sarupriya mentioned it to me, I said, "What's happening today?" Когда Sarupriya прибыл, мне об этом поведал, я у него спросил, что сегодня за программа. Он сказал мне, вот пятая годовщина. And what am I supposed to do? Я спросил у него, что мне тогда нужно делать. And it was at that time I found out that it's the fifth anniversary of moving into this facility. Я спросил у него, что мне делать, и тогда он мне сообщил, что сегодня пятая годовщина переезда в это новое место. And did I do something wrong already? Should I take it off? It looks good. It doesn't sound good. And I was distracted. The fifth anniversary. Yeah, I was about to say something, but it's gone. Old age. Because it's the fifth anniversary, therefore, I felt it was very appropriate when I heard that the event was planned to express gratitude to the devotees for their efforts and realizing what Sri Sri Dwainatai Sachi Sutta's temple has been able to realize today. И поскольку сегодня мы празднуем пятую годовщину переезда в это новое помещение, поэтому я счел, что да, действительно, сегодня будет очень уместно поблагодарить всех преданных за их вклад в то, что храм смог сделать, и чего он смог достичь за эти годы. It's always very important to reach out to all those who are rendering service and to help them appreciate, be appreciated for the services they have rendered. Всегда очень важно выражать свою благодарность и признательность преданным за все то служение, которое они оказывают, и мы должны прилагать усилия к тому, чтобы сделать это. And on the other hand, it's even sweeter when the devotees don't expect it. Но с другой стороны, если преданные не ожидают такой благодарности в свой адрес, тогда выражение благодарности в их адрес становится еще слаще. That's what makes it very sweet. Это делает все очень сладким. At least based on my own experience. По крайней мере, основываясь на своем собственном опыте. Not my experience myself, because I always expect to be recognized. Махарадж говорит, конечно, ко мне это не относится, потому что я все время ожидаю, что меня будут прославлять.
But my experience by observing the kind of relationships that exist in the temple and the kind of atmosphere that permeates in the temple is always enhanced by the service attitude of the devotees who are members of the temple and congregation. Но из моего опыта яствует, что эта атмосфера и дух служения в храме, который пронизывает весь храм, всегда улучшается благодаря очень близким взаимоотношениям между преданными. And a very important element for a good service attitude is to not expect to be thanked, not to expect to be appreciated, not to be expect to be recognized. И благодаря их духу служения, дух служения очень сильно выигрывает от того, что преданные не желают, что их будут признавать, замечать и благодарить за их служение. Because by such expectations we extract some of the reciprocation we could potentially get by the service itself. Потому что ожидая такого рода признания или благодарность в свой адрес за служение, мы пытаемся насильно извлекать тот дух взаимности и признательности, которые мы и так бы получили, если просто бы занимались служением. And therefore, we may not be able to fully realize the sweetness of the service when we expect something from the service. И поэтому, если мы ожидаем чего-то от служения, то мы не сможем до конца понять ту сладость, которая вложена в само служение. But it's that kind of service which draws the attention of Sri Sri Dwamatai Satchisutta, Srila Prabhupada and the senior Vaishnavas. Но именно такого рода беззаветное служение и может привлечь внимание Шри Шри Дуалнитай Сачисуты, Шрила Прабхупады и старших вайшнавов. We often use the example, many times we use the example of Shivas Thakura's maidservant Duki. Мы очень часто в этой связи приводим пример служанки Шиваса Такура, которую звали Дуки. How she was recognized by Lord Chaitanya because she didn't want to be recognized. Господь Чайтанья признал ее служение, потому что она не хотела никакого признания для себя. And we have Lord Chaitanya, who has been manifest here for how many? 27 years? Сколько лет? Я забыл. 27. Господь Чайтанья уже проявлен здесь, в Лане Божеств, 27 лет. And they are the predominating deities here, and their personalities are very much manifest here by the service attitude of their bhaktas. Они являются главенствующими божествами здесь, и их личности проявляются благодаря духу служения их бхакт. And it is they who are watching. И именно они за всем наблюдают. They who are taking note of the service that is rendered without any desire except for an opportunity to please them. Именно они замечают дух служения, который выполняется с единственным мотивом порадовать их и ни с какими либо корыстными мотивами. Similarly, when Shivas Thakur's maidservant Duki was undergoing inconvenience to gather water every day for Lord Chaitanya's pleasure, for his bath. И точно так же служанка Шиваса Такура каждый день она шла на определенные лишения для себя, для того, чтобы каждый день, отправляясь на реку, принести Господу Чайтанье воды из реки для его омовения. She would personally go to the Ganga and to bring pots of water and to place it before the doorway, before Lord Chaitanya would enter. Она лично шла на эти неудобства, заключавшись в том, что она отправлялась на реку, набирала большие сосуды воду из реки и приносила эту воду к порогу Господа Чайтаньи. And then she would disappear. Как только она это делала, она сразу исчезала. Because as long as the water was there for the pleasure of the Lord, she was satisfied. Потому что ее удовлетворяло просто то, что она могла принести воду для Господа. But Lord Chaitanya took note of the service. Но Господь Чайтанья отметил это служение. He could see that here's somebody who's steadily doing something. Obviously, seems like the same arrangement is being made every single day. It must be from the same person. Он заметил, что вода появляется каждый день, и он понял, что поскольку она появляется здесь каждый день, очевидно, что это служение делает один и тот же человек.
So he took note of that service and said, "Who has done doing this?" И поэтому он заметил это служение и спросил, кто этим служением занимается. And Shiva said, "Oh, that is Dukhi. She is bringing the water for your service every day, like this." И Шивас Такур сказал, "Это Дукхи. Она каждый день приносит себе воду для омовения." And when Lord Chaitanya heard the name of the maid servant Dukhi, which means sad. Когда Господь Чайтанья услышал, как звали служанку Шивасы, ее звали Дукхи, что означает бедняжка. He said, "Dukhi, well, in my heart she will always be Sukhi." И он сказал, "Dukhi, нет, в моем сердце навсегда будет Sukhi." In other words, Lord Chaitanya was emphasizing how much he was appreciating her for her steady service, and therefore it was inappropriate to say that her name was Dukhi. From now on, she will, should always be known as Sukhi. И поэтому Господь Чайтанья так проникся благодарностью за ее служение, что в его сердце он сказал, отныне она не будет зваться Дукхи, она будет всегда Сукхи. And Sukhi means happy. Сукхи означает та, которая всегда счастлива. In other words, her service was recognized by the Lord, and because the Lord was pleased, she is pleased. Поскольку Господь признал ее служение, Он был доволен ею, и поэтому она тоже будет довольна. Bhajaniya paramasukha matrasasukhadvam is displayed in the purport in the Srimad Bhagavatam that to the degree that Krishna is pleased by our service, to that degree we become pleased, we become happy. В комментарии к Шримад Бхагаватам говорится о том, что в этой цитате говорится о том, что настолько, насколько Господь доволен нашим служением, ровно настолько мы сами будем счастливы и удовлетворены. And nothing pleases Krishna more than service. И ничто не удовлетворяет Господа Кришну больше, чем служение. Nothing pleases him more than service rendered without any expectation of something in return. Ничто не удовлетворяет Господа больше, чем служение, которое оказывается ему без каких-либо ожиданий на отклик с его стороны. Nothing pleases Krishna any more than service which has been rendered exclusively for his pleasure. Ничто не удовлетворяет Господа Кришны больше, чем служение, которое оказывается исключительно для того, чтобы порадовать его. And therefore, for a bhakta, the bhakta's highest goal in life in rendering the service which he renders. И поэтому высшей целью бхакты в служении, которым он занимается, is to awaken Krishna's pleasure by his service. Это доставить Господу Кришне своим служением удовольствие. There's nothing higher. Нет ничего выше, чем это. Nothing. Ничего. You can't go anywhere beyond that. Выше просто ничего нет. You've hit the ceiling. Это потолок. But it's not a stagnant ceiling. Но это не застывший, а статичный потолок. When you hit that point that Krishna is pleased, it's когда... not a stagnant, stagnant experience. That's when the real bliss actually opens up and unfolds. Не то, что вы упираетесь в этот предел, и выше уже нет ничего. Нет, напротив, когда вы достигаете его, когда вы понимаете, что Кришна доволен, вот с этого все начинается, проливается блаженство. Because the symptom of Krishna's pleasure, which has been awakened by one's service, is that Krishna becomes subservient to the devotee who rendered that service. Потому что признаком того, что удовлетворили Кришну, служа ему, и полностью порадовали его, является то, что Кришна от этого момента начинает быть покорным своему преданному, который служит ему. And then real bhakti begins. Вот тогда начинается настоящая бхакти. Real bhakti is the loving reciprocal relationship that exists between the Lord and his pure analoid devotee. Настоящая бхакти — это любовные взаимоотношения между Господом Кришной и его любящим преданным. And of course, as we oftentimes say, that this status of pure unalloyed devotional service is something which is not so easy to attain. И как мы часто говорим, уровня чистого беспримесного преданного служения не так-то просто достичь. It's not something that is cheap, and neither is Krishna's pleasure something which can be cheaply obtained. Этого уровня невозможно достичь дешево, и точно так же доставить удовольствие Господу невозможно достичь какими-то дешевыми методами. But it begins at the point when the devotee desires to experience that. Но начинается это чистое преданное служение с того момента, когда преданный желает его обрести.
begins at the point when the devotee desires for Krishna to be happy, to be pleased. Он начинается с того момента, когда преданный желает, чтобы Господь был им доволен. Even if it's mixed with many other desires. Даже если это желание все еще смешано с какими-то другими желаниями. Doesn't make any difference if it's mixed with others' desires. Вообще не так важно, смешано с другими желаниями или нет. Those desires can gradually become eradicated and purified. Потому что все остальные желания постепенно будут искоренены или очищены. As long as one continues to cultivate the desire for Krishna to be pleased by my service. Пока преданный возвращает себе это желание порадовать Господа Кришну своим служением ему. In the Upadeshamrita, Srila Prabhupada explains. В Упадешамрите Шрила Прабхупада объясняет. That Krishna consciousness means the cultivation of desire. Что сознание Кришны означает взращивание в себе желания. Desire is already there. Желание в нас уже есть. Nitya siddha Krishna prema sacha kabunoi. Pure love for Krishna is already there in the heart. В этом стихе говорится, что чистая любовь к Кришне уже находится в сердце. But the desire needs to be awakened, it needs to be brought out. Но это желание необходимо пробудить или проявить. And one of the symptoms of sadhana bhakti is that sadhana bhakti means to practice the cultivation of that desire. И одним из заключительных признаков sadhana bhakti является практика, которая предназначена для взращивания этого желания. It's not pure yet. Потому что она еще, это желание еще не чисто. But it is natural. Но оно естественно. And because it is natural, at least one has to practice. И поскольку оно естественно, то человек по крайней мере должен практиковаться в нем. Just as Prabhupada gives the example, it's natural for a child to walk. Шрила Прабхупада приводит пример ребенка, для которого естественно ходить. And when the child gets up on his two legs and falls, and gets up again and falls, crawls a little bit, gets up again, and maybe falls, he's doing something natural. Когда ребенок поднимается на свои две маленьких ножки, делает несколько шагов, падает, потом снова поднимается, снова падает, потом поползает немного, снова поднимется и попытается пройти. Это естественно для него. Because walking is natural for a child. Потому что ходьба естественна для ребенка. Still, child has to practice. Однако ребенок должен упражняться в ходьбе. And then sometimes, as we oftentimes see, the parent reaches out, grabs with his finger, the child holds on to the finger, the parent lifts the child up and helps a little bit. И как мы иногда видим, родители протягивают ребенку палец. Ребенок хватается за палец, и они поддерживают его, помогая ему подняться на ноги и помогают ему сделать несколько шагов. And the parent walks a little distance with the child. И ребенок так, держась за палец отца или матери, делает несколько шагов. Takes the finger away. Потом родители забирают палец. Child goes back and forth, tries to balance. Ребенок начинает шататься, пытаясь сохранить равновесие. It's all very natural. Это естественно. And it's also very natural to help the child in the natural process of learning how to walk. И также естественно родителям помогать ребенку заниматься естественной практикой ходьбой. It's also very natural to recognize devotees for their service. И также естественно признавать преданных за их служение. It helps them. Это помогает им. Encourages them. Это воодушевляет их. They may not be pure yet. Они, может быть, еще не чисты. But it's like the parent, the father putting out the finger and saying, "Oh, let's go. Let's see if you can do it yourself now." Но это воодушевление можно сравнить с пальцем, который отец или мать дают ребенку и говорит: "Ну, держись за палец, давай пойдем, давай." It helps. Это помогает. Especially since we haven't fully realized Krishna's presence in our heart. Особенно если мы еще не осознали полностью присутствие Кришны в нашем сердце. And if we haven't fully realized Krishna's presence in our heart, we may not feel the kind of reciprocation that we hope to someday obtain from Krishna within the heart. Поскольку мы еще не осознали полностью присутствие Господа Кришны в нашем сердце, поэтому мы можем не до конца испытывать отклик от Него, который мы однажды надеемся обрести. So it certainly helps when we get help from other devotees. Поэтому, несомненно, нам помогает в этом, когда мы получаем такую поддержку со стороны других преданных. But as we said in the beginning, it becomes even sweeter when we try to do it ourselves.
Но, как я сказал в начале, когда мы пытаемся все делать сами, без такой поддержки, when это I say, даже еще слаще. When I say try to do it ourselves means when we don't expect recognition. И когда я говорю делать это самостоятельно, это означает, когда мы уже не ожидаем признания за наше служение. That's what we're supposed to also be practicing, trying to do. И вот в этом мы тоже должны упражняться и пытаться научиться делать это. That's part of the practicing process of devotional service. Это часть практики в преданном служении. Is to try to not expect to be recognized, to be glorified, to be given something in appreciation. Это пытаться и научиться не ожидать никакого признания, никакого прославления или чего-то, что мы можем получить в обмен на наше служение. And when it comes, it becomes all the more sweeter. Oh, I didn't expect that. Amazing. И тогда, когда такое признание приходит, тогда ситуация и это взаимообмен становится еще слаще, потому что преданный искренне удивляется, говорит, я же этого не заслужил. And the devotee who offers that assistance by recognizing, he also feels a very wonderful, sweet experience by he's feeling that, yes, I'm encouraging, I'm getting the opportunity to encourage this devotee. И преданный, который предлагает это признание, который воздает преданно определенную похвалу за его служение, также испытывает определенное очень приятное сладкое чувство, потому что понимает, что да, я помогаю этому преданному, воодушевляя его или ее в их служении. Of course, sometimes we may think, yes, I'll try to encourage this devotee, because, and I'll try to encourage him for pure devotional service, and I won't say anything. Конечно, иногда можно думать, да, я буду этого преданного воодушевлять на чистое преданное служение, и воодушевлять я этого преданного буду на чистое преданное служение, ничего ему не говоря. We should be careful about that. Мы не должны думать так. Yes, I'll encourage him. I won't say a word, I won't recognize anything, and I'll really try to get him to become pure devotee. Вот так я буду его воодушевлять и вдохновлять, и побуждать, что помочь ему стать чистым преданным служением, чистым преданным. Я не буду ни слова говорить по поводу его служения и ничего ему, то есть никак не буду его воодушевлять, вообще не буду замечать. But as we said, pure devotional service is a cultivation of the desire for pure devotional service. Однако, как мы сказали уже, чистое преданное служение заключается в взращивании желания чистого преданного служения. Everybody needs some encouragement. И поэтому каждый нуждается в определенном воодушевлении. And as I understand, the purpose of this event today was to try to give access to everyone to see how much their services are appreciated. И насколько я понимаю, цель сегодняшнего мероприятия как раз в том, чтобы у каждого и каждой была возможность понять, насколько их служение ценится и признается. Чрила Прабхупада used to give the example of the wheels of the train. Чрила Прабхупада приводил пример колес железнодорожного состава. He says, yes, the train moves, and the wheels are very important for the train to move. Он говорил, что поезд движется на колесах. Колеса крайне важны для движения всего поезда. But for the wheels of the train to move, so much effort goes in the background. Однако просто для того, чтобы эти колеса вращались и несли на себе поезд, требуется очень много работы там на заднем плане. There's the scheduling, there's the maintenance, there's the tickets, there's so much. Там есть все, там есть составление расписаний, необходимо ремонтировать эти пути и состав, необходимо билеты продавать кому-то, очень много разных видов деятельности. And even if there's a little discrepancy in somebody's responsible post, then the whole wheels of the train are affected. И если кто-то во всей этой цепи различных важных видов ответственности не выполняет свои обязанности должным образом, тогда это негативно скажется на движении колес. It takes a cooperative effort. И для того, чтобы они двигались, необходимы совместные усилия. So he used to use the example of this wheels of the train moving to be like our spreading of Krishna consciousness. И Шрила Прабхупада сравнивал движение колес поезда с нашим распространением движения сознания Кришны. There is a lot of effort required and cooperation required to spread Krishna consciousness. Для того, чтобы мы распространяли движение сознания Кришны, требуется очень много усилий и много сотрудничества. Especially in Kali Yuga. Особенно в Кали Югу. Especially in Kali Yuga. Особенно в Кали Югу. Because
Kaler dosha nidhei rajan asti heko mahadguna. The age of Kali is dosha nidhei. It is an ocean of faults. Век Кали сравнивается с океаном недостатков, доша нидхе. Kirtana deva krishnasya mukta sangam param vachat. But in the age of Kali, although it is an ocean of all bad qualities, it has one redeeming quality. Однако, хотя этот век Кали сравнивается с океаном недостатков, но тем не менее есть одно спасительное свойство у этого века. That simply by kirtan, congregational chanting of the holy name of the Lord, one can mukta sangam param vajet, one can achieve perfection in life. И оно заключается в том, что просто занимаясь совместным воспеванием святых имен Кришны, человек может обрести совершенство в жизни. And Srila Prabhupada always emphasized sankirtan, that it is a collective effort to spread Krishna consciousness. It is no one person's effort. Шрила Прабхупада всегда подчеркивал, что санкиртана означает коллективные усилия по распространению сознания Кришны. Это не под силу одному человеку. And so much service is required. И для этого нужно делать огромное количество служений. And because so much service is required, and because there's always so many obstacles, so much cooperation is required. И поскольку нам предстоит сделать огромное количество служений, возникает очень много препятствий на пути этого служения, а для этого нам необходимо, чтобы их преодолеть, необходимо сотрудничество. This means that everybody should be recognized for their service. Это означает, что всех и каждого нужно признавать за их служение. Everyone should try to serve according to their capacity. Каждый должен пытаться служить в соответствии с их, со своими возможностями. Everyone should be appreciated for their service. As long as they're serving according to their capacity. И каждого и каждый нужно признавать за их усилия в служении при условии, что они служат в меру своих способностей. Just like the story of the spider, who was helping build the bridge to Lanka. История про паучка, который помогал строить мост на Ланку, очень показательна. It was an attempt to push the spider away because the spider could not provide a huge amount of assistance in throwing huge stones to build the bridge to Lanka. Он попытался отодвинуть этого паучка в сторону, потому что его помощь и вклад в строительство этого моста не была соразмерима с другими участниками, которые бросали в океан огромные горы. But Lord Ramachandra appreciated the effort of the spider who was kicking little pebbles into the ocean. Однако Господь Рамачандра признал служение этого маленького паучка, который кидал в океан небольшие камешки. No, he's serving according to his capacity. Нет, сказал Рамачандра, он служит в соответствии со своими возможностями. Therefore, he was appreciated because he was serving according to his ability to serve. И поскольку он служил в соответствии со своими способностями к служению, это вызвало признательность у Господа. So everybody should be encouraged to serve according to their ability to serve. Поэтому каждого нужно воодушевлять служить в соответствии со своими возможностями. And if they actually have a desire to serve in the same capacity which we spoke about, without expecting something in return, we should appreciate their service. Если каждый служит в соответствии со своими возможностями и при этом не ожидает никаких никакой признательности в ответ на свое служение, мы должны быть очень признательны за это. And as we oftentimes say in this regard, that although the devotee doesn't expect it, but the Lord is pleased. И хотя, как мы часто объясняем в этой связи, сам преданный не ожидает этого, однако Господь очень доволен. When his devotee is recognized. Когда преданного признают за его служение. That gives him pleasure. Это доставляет радость Господу. The devotee should be thinking, actually, I don't expect to be recognized, but actually, although unfortunately the curtains are closed. И преданный должен думать, что я, конечно, не ожидаю, что меня будут признавать за мое служение, но как жалко, что занавески закрыты. But the Lord is pleased when the devotees are recognized. Нет, но Господь рад, когда преданные, Господь рад, когда преданного признают. Krishna is pleased by Arjuna being recognized. Господа Кришна очень радовало признание Арджуны за его служение. The devotees are pleased to see other devotees recognized. И преданные также рад, когда других преданных признают за их служение. Even though they don't expect to be recognized themselves. Хотя сами они не ожидают никакой признательности в свой адрес. Prabhupada speaks about that in Chaitanya Charitamrita when Dabya Kas and Sakala Malik were recognized
by Lord Chaitanya, and they were accepted as Rupa and Sanatan Goswami. Шрила Прабхупада пишет об этом в читании Чаритамрите, когда Сакара Малик и Дабир Кхас заслужили, снискали признательность Господа Чайтаньи Махапрабху, стали Рупой Санатаной Госвами. And when Lord Chaitanya recognized them, all the Vaishnavas who were there, they all became so happy to see these devotees recognized. Когда Господь Чайтанья признал этих преданных, то все преданные, окружавшие их, возликовали от радости, видя, как, какую признательность со стороны Господа они снискали. And Prabhupada says in the commentary, this is a symptom of Vaishnava. Шрила Прабхупада пишет в комментарии к этому стиху, что в этом и заключается признак Вайшнава. Symptom of a Vaishnava is very happy when he sees another Vaishnava recognized by the Lord. Признаком Вайшнава является то, что Вайшнав становится счастлив, когда видит, как другого Вайшнава признают. Он не проявляет зависти к нему. He's not envious. Just today. Oh, just today I was listening to a lecture this morning. Сегодня я слушал лекцию Шрилы Прабхупады утром. Prabhupada was talking about jealousness and envy. Шрила Прабхупада говорил в своей лекции о зависти и ревности. He would use the word jealous many, many times. Шрила Прабхупада использует это слово, которое можно перевести на русский как ревность. And he was explaining how people become jealous because of their original jealousy of Krishna. И он говорит, используя это слово как синоним зависти, что люди проявляют зависть и ревность по отношению к другим, потому что испытывают такие же чувства изначально к Кришне. He's getting all the service. Он же все это служение себе забирает. And I'm not. А я нет. Я вообще ничего не получаю. Jealous. Вот это называется зависть. Jealous. So Prabhupada said in the purport, when Lord Chaitanya recognized Rupa and Sanatana Goswami, he said, all the Vaishnavas, they became so happy. Hari Bol, they threw their hands in the air, saying, "Hari Bol, Hari Bol." И Шрила Прабхупада пишет в комментарии к своему стиху, где описывается, как все преданные возликовали, услышав, что Господь Чайтанья признал этих преданных, они воздели руки кверху и стали восклицать "Hari Bol, Hari Bol." And he says, the symptom of a Vaishnava, he becomes very happy when another Vaishnava is recognized by the Lord. И Прабхупада пишет, что признаком Вайшнава является то, что он становится очень счастливым, когда видит, что Господь признал другого преданного. He doesn't become envious, he becomes happy. Он не проникается завистью, он становится счастливым. Prabhupada has made many statements in Chaitanya Charitamrita. Шрила Прабхупада много таких высказываний в читании Чайтаньи. In his commentaries, he says even in one place, he even said many people come who dress in the dress of Vaishnavas in the Krishna consciousness movement, but only by dress only. Шрила Прабхупада даже пишет в одном месте читания Чайтаньи, что в движение сознания Кришны приходит много разных людей, которые рядятся в одежды вайшнавов, но они вайшнавы только по одежде. He said, and he explained that many people they're envious. They don't have the proper Vaishnava mentality. Но эти люди, объясняют Шрила Прабхупада, завистники, потому что они лишены правильного настроения вайшнава. So real purification of our existence means to become purified from this envy. И очищение нашего существования означает очищение нашего сознания от чувства зависти. And if we want to become purified from this envious nature, then the best way to become purified is by the power of devotional service. Если мы хотим избавиться от этого чувства зависти, то самым лучшим способом очистить свое сознание от зависти является могущество чистого преданного служения. And by the power of rendering devotional service in the association of devotees. Благодаря могуществу преданного служения, которым мы занимаемся в обществе преданных. And by the power of hearing about those who are not envious. И благодаря могуществу слушания о качествах тех, кто зависти лишен. By the power of hearing how the Lord is very merciful and reciprocates with those who are not envious. Благодаря могуществу слушания о том, как Господь охотно откликается взаимностью на служение тех, кто лишен зависти. And in this way we begin to grow and appreciate the true value of devotees and devotional service. И так мы сможем все больше и больше признавать истинную славу преданных и преданного служения. And this is what binds the devotee. This is what keeps the devotees together. Вот именно это и связывает всех преданных воедино и удерживает их вместе. Is that everybody shares the same values. Это то, что они все разделяют одни и те же ценности. And everyone's sharing the same values, it means they want Krishna's pleasure. Что это значит? Что за ценность такая, которую не все разделяют. Все преданные желают доставить удовольствие Кришне. That's what binds
a society of Vaishnavas. They want Krishna's pleasure. Вот это как раз есть та объединяющая сила, связывающая вайшнавов в одно общество. When they're reminded about this, they feel encouraged. И когда им напоминают об этом, они чувствуют воодушевление. When they see somebody else who does it and who has a better attitude towards it, they feel encouraged. И когда они видят кого-то, кто занимается таким образом служением, и у кого более чистое отношение к служению, они чувствуют сами воодушевление. When they see the resistance towards it in their own hearts, sometimes they may feel discouraged. И когда они в своем сердце чувствуют сопротивление по отношению к такому чистому духу служения, то они чувствуют уныние иногда. But there's no need to feel discouraged, even though the resistance is there. Однако нет необходимости чувствовать уныние, даже если мы в своем сердце видим это сопротивление. Because bhakti is the cultivation of a desire. Потому что бхакти — это взращивание в себе желания. Doesn't mean that it's fully manifest. It means to cultivate that. Это не означает, что оно должно с самого начала быть полностью проявлено. Это означает, что мы пытаемся взращивать его. And as long as I can be reminded in the association of devotees to continue to cultivate that desire, I can have hope. И пока я, находясь в обществе преданных, получаю напоминание о том, что я могу продолжать взращивать это желание и должен заниматься этим, у меня есть надежда. There's no need to become discouraged. Нет необходимости проявлять уныние. I have hope. У меня есть надежда. Because that's why Srila Prabhupada established these temples. Именно для этого Шрила Прабхупада открывал храм. That's why Srila Prabhupada established the Krishna consciousness movement. Для этого Шрила Прабхупада основал движение сознания Кришны. We all, at least those of us who were present during Srila Prabhupada's presence, we saw the great determination that Srila Prabhupada had for giving Krishna consciousness, pure Krishna consciousness to others. И все мы, по крайней мере, те, кто застал Шрилу Прабхупаду на этой планете, видели, какой непоколебимой решимостью он жил для того, чтобы распространить это движение сознания Кришны. And Srila Prabhupada didn't compromise. И Шрила Прабхупада не шел ни на какие компромиссы. He wanted more than anything else to give this pure Krishna consciousness to others and to awaken Krishna consciousness in the heart of every possible candidate. Больше всего на свете Шрила Прабхупада хотел дать сознание Кришны другим и пробудить желание к сознанию Кришны в сердцах всех подходящих для этого кандидатов. He was the perfect spiritual master. Он был совершенным духовным учителем. He was the perfect father. И совершенным отцом. He put out his finger so many times and said, "Come, I'll help you walk." И Шрила Прабхупада часто протягивал нам этот палец и говорил: "Ну давай, держись за палец, я помогу тебе встать на ноги." Not only spiritual master and everything, he was father to us. Не то, что он был просто духовным учителем, он всем нам был отцом. He saw how we would fall. И он знал, что мы упадем. He saw how we would struggle. Он знал, что нам будет трудно. He saw our false egos. Он видел наше ложное эго. I was just telling the devotees. When was it? Yesterday. Я вчера преданным рассказывал Брахмачари Ашрама. I was telling the devotees the story of how Prabhupada, when he once he looked at me. Я рассказывал преданным о том, как Прабхупада однажды посмотрел на меня. We were going to the Srimad Bhagavatam class in Philadelphia. Мы ехали на лекцию по Шримад Бхагаватам в храме Филадельфии. And because we were hosted in a big house way outside the city, it took us some time to get to the temple. Приехали туда на фестиваль Радхаятри, поскольку нас поселили в очень отдаленном месте, в большом доме, вдалеке от храма, мы приехали с опозданием на лекцию. And therefore, as much as we tried to get to the temple on time, we were just a little bit late. Мы изо всех сил старались приехать вовремя к лекции, но немного опоздали. And there was a lot of us. И нас было очень много. And Prabhupada had already begun Srimad Bhagavatam class. К тому времени Шрила Прабхупада уже начал лекцию по Шримад Бхагаватам. And we came into the corridor with it, which is the adjacent to the temple room. Мы вошли в коридор, который примыкал к храмовой комнате. And the temple room was completely full. В храмовой комнате яблоку негде было упасть. And one devotee who was standing next to the door, he looked and saw all of us, and he just very quietly pushed the door closed. Один преданный, который стоял в храмовой комнате рядом с дверьми, увидел, что к дверям с другой стороны приближается целая толпа нас. И он потихонечку закрыл перед нами дверь. I guess he felt that
there was not enough room for us, and he was protecting Prabhupada from being disturbed by our lateness. Я думаю, что он сам, видимо, был движим мотивом защитить Шрилу Прабхупаду от нашего позднего прибытия, и тем самым он не хотел, чтобы лекцию нарушали, нарушал наше появление там. So he took it upon himself to close the door. Поэтому взял на себя инициативу и закрыл дверь перед нами. And needless to say, we were standing there like... И вот так мы примерно отреагировали на это. I didn't know who was going to break out crying first. Я не знал, кто из нас заплачет первым. And then all of a sudden, the door opened. И вдруг двери снова открылись. And Prabhupada. И Шрила Прабхупада показывал нам вот так. Somehow Prabhupada saw what happened, and Prabhupada said, "Let them in." Видимо, Прабхупада увидел, что произошло, и сказал этому преданному: "Впустите их." So I was a little brazen, and I decided to go straight towards the front. Я осмелел настолько, что решил пройти на перерез прямо вот к Шриле Прабхупаде. And Prabhupada looked up at me. И пока я направлялся к нему через всех преданных, Прабхупада на меня посмотрел. It was the first time, like, boom, like, right in the eyes. Первый раз посмотрел мне прямо в глаза. And my immediate reaction was like, he saw everything. И я сразу понял, мое первое впечатление от взгляда было понимание, что он знает про меня абсолютно все. He saw the false ego. Он видел мое ложное эго. Saw my history as a jiva in the material world. Он видел всю мою историю дживы в материальном мире. He saw everything. I was fully exposed. I couldn't look at him. I just looked down and just dropped right where I was. И он видел меня полностью, всю мою подноготную, и я не смог вынести его взгляда, я опустил голову и сел прямо там, где стоял. And Prabhupada, you know, that's his, he's like a father. Шрила Прабхупада, как отец. Just by his glance, he exposed so much in me. Просто одним своим взглядом он меня целиком разоблачил. And I knew that from that glance that I had a lot of work to do. И просто одним своим взглядом он дал мне понять, как много мне еще предстоит поработать над собой. But he was so kind and so merciful that he wanted us to be in there. And he wanted us to, at least he wanted me to be in there so I could get that glance. Otherwise, if he didn't open the door, I would have never got that glance. Он был так добр к нам и так милостив, позволил нам войти. И, по крайней мере, по отношению ко мне, видимо, план у него был такой, чтобы он мог просто на меня посмотреть. Мне так повезло, что если бы не это, я бы никогда, если бы эти двери не открылись, по его воле, я бы никогда не получил этот взгляд. So Prabhupada, not only spiritual master, he's like a father. He's always very eager to help us, even though we may slip and fall sometimes. Поэтому Шрила Прабхупада, он как не просто духовный учитель, но как милостивый отец, который подставляет нам свой палец, чтобы мы могли снова вставать, даже если мы падаем и подскальзываемся. And it's not easy to be able to give everybody attention. Не так-то просто уделять внимание всем и каждому. And Prabhupada also was very much aware of that as well. И Шрила Прабхупада сам прекрасно это осознавал. Everybody wanted Prabhupada's attention, but it wasn't so easily accessible. Потому что все добивались, или, по крайней мере, желали заслужить внимание Шрилы Прабхупады, но получить его было не так-то просто. Prabhupada invested a lot in his senior devotees and helping the senior devotees on his behalf to give attention. И Шрила Прабхупада вкладывал очень много своих усилий в своих старших учеников, чтобы потом они от его имени давали внимание, заботу другим. And I oftentimes emphasize that that's one of the great important virtues of establishing a very good system of devotee care. Именно это я часто подчеркиваю как один из самых важных и благотворных аспектов хорошей системы заботы о преданных. I oftentimes say that that somehow or other the book that I published, Taking Care of Krishna's Devotees, became popular. Я говорю часто о том, что по той или иной причине книга, которую я написал, «Забота о преданных Кришне», стала очень популярной. Even though my original intention was only to do a small printing for some counselors in
in Ukraine, actually. Хотя изначально я намеревался выпустить очень маленьким тиражом просто для личного использования нескольких преданных, которые играли роль наставников в Украине. But then somehow Devamrita Maharaj said, "Why just Russian? Why not English?" Однако Девамрита Махарадж сказал, почему на русском только? Почему не на английском? So I said, "Do you really think it should be in English?" He says, "Of course." И я спросил у него, спрашивал, вы действительно думаете, что эту книгу нужно, стоит на английском еще опубликовать? Он говорит, конечно. Then a small amount was published in English. Затем мы напечатали ее на английском маленьким тиражом. And then gradually it was published in Bengali, it was published in Chinese, it was many people were just taking it and publishing it in different languages. И потом ее вдруг перевели на бенгали, выпустили на китайском, и затем этот процесс пошел дальше, и его стали сами преданные уже переводить и выпускать на своих собственных языках. And then I had to think honestly about it. Why is the book so popular? И я стал думать вообще, вот если на чистоту, почему эта книга так популярна? Because I didn't think I really put that much in the book. Потому что в книгу-то я не так много вложил. And I started to think, it must have become so popular because of the title. Я подумал, что наверняка она стала такой популярной из-за ее названия. Taking care of Krishna's devotees. Yeah, now that makes sense. Забота о преданных Кришне, да, это очень важная вещь. Sounds like it must be a good book. Наверняка хорошая книга, раз она так называется. I believe it became so popular because of the title. Я искренне верю в то, что она стала такой популярной просто из-за ее названия. Because everybody was thinking, yeah, now this sounds like something we could really, sounds like something I could use. И каждый, кто, видимо, читал название этой книги, думал, да, вот это очень хорошая книга, видимо, потому что я могу ее использовать. So, anyways, that was my realization. That was my realization. That the book became popular because of the title. And devotee thought that I could use some care about myself. Yes. That's what you meant, because it wasn't clear. Я прояснил просто, Махарадж имел в виду, что преданные читали книгу, думали, да, забота о преданных, но вот хорошо, если обо мне кто-нибудь позаботится. И поэтому эта книга стала такой популярной. Искренне верю, что именно из-за своего названия она стала такой популярной. But then, gradually, it took a little shape, and some of the devotees and senior devotees began to catch the spirit. Однако постепенно содержание этой книги также стало доходить до преданных, и некоторые старшие преданные стали принимать и усваивать ее дух. And Prabhupada did the same thing. И Прабхупада делал то же самое. He couldn't recognize everybody. Could not? He couldn't recognize everybody. Like personally. Personally. Прабхупада не мог каждому уделить личное внимание и признательность за их служение лично. But he recognized them by encouraging others to recognize. Но он признавал всех и каждого, вдохновляя других преданных признавать всех и каждого. And oftentimes even say that when I was initiated, and Prabhupada accepted me as a disciple, Prabhupada wrote in the letter when he accepted me as a disciple to my godbrother, Trey Prabhu. И я часто рассказываю о том, что когда я получил первое посвящение, Прабхупада дал мне это посвящение письмом, и в этом письме, направленном, адресованном моему президенту храма, Трей Прабху. Prabhupada said in the letter, he said, oh yes, I accept so-and-so as my initiated disciple, his name is now Niranjana Das. Прабхупада в этом письме написал, я принимаю такого-то, такого-то в число своих инициированных учеников, отныне его будут звать Ниранджана Дас. Now please take good care of him. И теперь, пожалуйста, хорошенько о нем позаботься. We told him. Он сказал, please take good care of президенту храма, пожалуйста, хорошенько о нем позаботься. So Prabhupada was given the instruction to his disciple, take good care of him. Прабхупада дал тем самым наставление своему ученику, позаботься о нем. And I always tell the devotees that the reason why I go to Bologna every year to see my godbrother Trey Prabhu is because I'm still here, because he took good care of me. И я часто объясняю преданным, что причина, по которой я езжу в Болонью каждый год, заключается в том, что именно потому, что мой духовный брат Трей Прабху, который получил это указание, так хорошо обо мне заботился, и я по-прежнему здесь. See how much just those few words had an impact on my spiritual life. Посмотрите сами, как эти несколько слов оказали такое глубочайшее воздействие на мою духовную жизнь. Prabhupada said to him, "You take good care of him, my new disciple Niranjana Das." Вот мой новый ученик Ниранджана Дас, позаботься о нем, говорит Шрила Прабхупада. He took care of me. И он позаботился.
I'm still here. Потому что я по-прежнему здесь. By his blessings and by Prabhupada's blessings, I'm still here. По благословению Майтрея Прабху и Шрилы Прабхупады я по-прежнему здесь. So yeah, I should stop, right? Okay. So I hope that this small talk encouraged you. Надеюсь, что это небольшое выступление вас воодушевило. And I hope it will encourage others, the senior devotees, to take good care of the devotees. И я надеюсь, что то, что я сказал, вдохновит всех из вас, которые являются старшими преданными, заботиться об остальных преданных хорошо. They may need a little help sometimes. Grab them by the finger and give them some encouragement in their efforts to stand up. Потому что этим молодым преданным, начинающим преданным, иногда нужна помощь в виде пальца, за которую они могут ухватиться и подняться с вашей помощью на ноги. Maybe you should do it more than, maybe, annually. Annually means what, like this? Something like this. И может быть нужно каждый год устраивать подобные встречи и прославления преданных. And then especially when it comes time to move Shri Shri Doyal Nitai Satchi Sutar into their new home, it's going to take a lot more efforts to do that as well. Особенно когда придет время переезжать Шри Шри Доял Нитай Сатчи Сути в их новый дом, вот для этого потребуется очень много совместных усилий. So I have to leave at 5 o'clock. Я должен в 5 ровно уехать. Forgive me, I have another engagement. Потому что у меня сегодня еще один есть пункт в программе. And thank you, Sudhapriya, for inviting me. Большое спасибо, Sudhapriya, за то, что меня пригласил. And thank all of you for your service to Shri Shri Doyal Nitai Satchi Sutta. Большое спасибо всем вам за ваше служение Шри Шри Доял Нитай Сатчи Сути. And I pray that you will encourage others also in whatever capacity you can to also take part in this wonderful effort. Я также надеюсь, что вы все будете воодушевлять настолько, насколько можете других преданных, чтобы они также подключались к этому служению им. Hare Krishna. Thank you. Шрила Ниранджана Свами Махараджа Ки Джай.